Здравствуйте и процветайте. Меня зовут Светлана Разумная. Я энерготренер и помогаю людям раскрыть свои способности, осознать свою уникальность и пойти путем истинной самореализации. И сейчас, в этом видео, мы с вами поговорим о переменах. В каждом из нас есть желание перемен. У нас есть желание, у нас есть цели. Но многое из этого не достигается. Почему? Потому что многие из них не являются истинными. Именно в этом видео мы вместе в практике общения с подсознанием сможем проверить ваши желания на истинность. Сейчас выберите одно из ключевых ваших желаний, которое не исполняется давно, или спонтанное, простое, бытовое, чего бы вам хотелось. И мы пойдем в практику. А поможет нам наше подсознание, потому что оно никогда не спит, оно знает все о прошлом, настоящем и будущем. И говорит оно с нами через интуицию, через уровень ощущений. Итак, выбираем желание и идем в практику. Закрываем глазки, устраиваемся удобно в пространстве. Делаю спокойный вдох, выдыхаю в центр груди. И мое внимание, сознание находится в центре груди, вдох. Сознание в центре груди, выдох. Продолжаю дышать, сохраняя внимание в центре груди. Все звуки, мысли, все, что происходит внутри, помимо самой практики, внимание в центре груди, пусть присутствует, но не мешает. Дышу в центре груди и произношу короткий самонастрой. Я здесь и сейчас, в данном моменте времени. Я есть, я присутствую. Все отступает за пределы этого пространства. Я позволяю себе некоторое время тишины. Все внимание на практику. Делаю глубокий вдох в центре груди. И на выдохе, как на лифте, в глубину погружаюсь в центр груди, выдох. Можно еще раз сделать вдох и в глубину выдох. Идем на более глубокий уровень сознания и фиксируем здесь свое внимание. Нахожу опору в себе, точку тишины. Опора здесь, в центре груди, ее нет в внешнем мире. И сейчас мы ее с вами ощущаем. Здесь живет подсознание. И продолжая сохранять внимание в глубине центра груди, внутренним голосом мысленно обращаясь к своему подсознанию. Повторяйте за мной. Уважаемое подсознание, я знаю, что ты всемогуще. Помоги мне, пожалуйста, найти истинный ответ на мой вопрос. И формулирую вопрос так, чтобы ответ был «да» или «нет». Итак, повторяем. Обращаюсь к подсознанию. Уважаемое подсознание, я знаю, ты всемогуще. Помоги мне, пожалуйста, найти ответ на мой истинный вопрос. Истинный ответ на мой вопрос. Если твой ответ будет «да», то в центре груди я буду ощущать тепло, приятные волнения, предвкушение, ощущение комфорта. Если твой ответ будет «нет», то в центре груди я буду ощущать дискомфорт, тревогу и отторжение. Да или нет? Помоги мне. И задаю свой вопрос. Например, действительно ли мне нужно, да, или истинно ли я этого желаю? Минутка на самостоятельное общение с подсознанием. Вопрос можно повторять. И наблюдаю ощущения в центре груди. Полная концентрация на практике. Итак, обращаюсь к своему подсознанию. Завершаем практику. Уважаемое подсознание, я тебя благодарю за твою помощь, за твою поддержку. Надеюсь, ты и впредь будешь помогать мне находить истинные ответы на мои вопросы. Делаем спокойный вдох в центре груди. Отпускаем ощущения. Еще раз вдох. Выдох. Вспоминаю, где нахожусь, открываю глазки. Можно после практики потянуться, распределить энергию. Помните, что вы можете делать эту практику самостоятельно, где бы вы ни находились, когда можете уединиться и посвятить себе хотя бы несколько минут времени драгоценного. Ведь 50% успеха заключается именно в том, чтобы желание было истинным. Пусть ваше желание истинно исполняется в нужный момент и наилучшим образом. Да будет так, и так будет. С вами была Светлана Разумная.
Здравствуйте и процветайте!